В районе Байтерек состоялся открытый турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти мастера спорта СССР Алексея Пономарева. Состязание собрало спортсменов из Западно-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областей. Турнир памяти проводится уже в третий раз. Желающих показать свое мастерство в этом году оказалось немало. Всего на ковер в составе 11 команд в разных весовых категориях вышли 230 юных спортсменов, которые продемонстрировали хорошую борьбу. По итогам состязаний победителям и призерам были вручены памятные подарки и грамоты. Нужно отметить, что для западно-казахстанских борцов это был отборочный турнир. Сильнейшие войдут в сборную области и будут защищать честь Приуралья на чемпионате Казахстана по греко-римской борьбе среди юниоров.